Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей Лежиной и мой друг Морриган. Всем привет, это Денис или Морриган. Мы продолжаем строить фабрику мечты. И да. Вот тут Денис какой-то ядерный реактор строит, и, по-моему, сейчас он жахнется. Или нет, в общем, опасные дела. А я вот не знаю, может ли он жахнуть или нет. По-моему, в факторию не может жахнуть. Ну да ладно. Ну если обложить его динамитом, то вполне может. Ты, прояви энтузиазм, да, прояви да. выдумку. Так. Температура 999 градусов. Круто. Тепло, тепленькая пошла. Итак, какова наша цель? Ракетную шахту мы почти достроили. Почти изучили. Почти изучили. После этого надо будет. Мы начнем ее строить. Да. Ого, в каком состоянии твоя машинка? А почини ее. Ну давай. Иначе это будет дорога в один конец. О, спасибо, ну прям заправил меня на победу. Так, что, уже словил несколько труб? Нет. Столбов, камней? Нет, я... Ты от всего увернулся. От всего увернулся. Так, а что тут такое едет? А, это едут батарейки. Тут и... такое едет. А, это батарейки. Ладно. Да, и немножко железа. Так, как вы видите, наша фабрика выглядит довольно большой. Выглядит довольный. А если вам хочется посмотреть, как это все начиналось и как оно развивалось, то в комментариях, в описании есть ссылки на все. На плейлист, на канал с друга. У него, у меня, у всех. Подписывайтесь на меня, на него. На всех, да-да-да. Ставьте нам лайки, чтобы мы такие, ух, надо так. Снимать дальше. Так. Или наоборот такие, а, зачем снимать? Будем кайфовать. Так, что мы видим здесь? 89% уже. Ой. Так, на что нужно нажать, чтобы появились на Alt? Все в порядке. Да. Прикольно, я еду на танке и ищу конвейер. У меня ускорение такое двойное. Так, тут как-то вроде есть желтые банки, а вот где-то и желтых банок нет. Как я четенько угол срезал. Чуть стену не снес. Так. процентов. Еще 10%. 10%. А сколько там надо-то было всего изначально? 1000 банок, то есть 10% это сотни банок. Угу. Ну, желтых-то и хватает вроде как везде. Да. Да. Ну, почти. Тут можно вот немножечко выкачать. Я тут занимаюсь перекладыванием из пустого в порожнее. О, я понял. Не все так просто, Андрей. После того, как мы построим ракетную шахту, нам нужно будет изучать белые банки, и на них понадобится 2000 банок. То есть, по-хорошему, нам нужно еще усилить наши мощности производственные. Только космический может составлять что? А, ладно. Ладно. Нам нужно больше желтых банок, как я понимаю, да? А, нет, или фиолетовых. Фиолетовых скорее. Что нам нужно на фиолетовые банки? Наверное, железо. Если оно где-нибудь заткнется, то... Кто заткнет железо? Ну, чтобы железо производилось прям миллионами. Кубическими метрами. Кубы железа? Кубы железа. Вон фиолетовые банки тут и так вот делаются. У нас вон сверху есть железная база на 14 миллионов. А есть на 7,5 миллионов, есть на 2,6 миллиона. Да, даже тех достаточно, главное просто увеличить производство там всего. Так, на самом деле можно просто заводик бахнуть. Давай бахнем. О, уже 94%, 95%. Прям на глазах растет. Тогда. Так, а что нам потребуется для того, чтобы ее построить?
ракетная шахта, 1000 стали, 200 процессоров, 200 электродвигателей, 1000 бетона. Кстати, займусь-ка я бетоном. Займись. Можешь вообще заняться чем угодно. У нас практически демократия. Да. Даже нефть есть, понимаешь? Как да. У нас мы полностью подкованы. Так, ну давай-ка я поставлю пару заводиков лишних. Угу. Раз заводик, два заводик. Будет лесенка. Да, 1000 бетона есть. Так что бетоном я больше не занимаюсь. Что нам еще нужно? Процессор. Надо натырить у тебя 200 процессоров. Чтобы у нас еще меньше банок было. У нас же есть процессоры? Производятся? Да, вон тут красные, зеленые, синие, какие только хочешь. Ну вот синие мне нужны. Ну вот синие едут. 200. Ну едут они, как бы их больше нет. Видишь, их 3 заводика грустных. Угу. Куда они там уезжают? На желтые банки. Да. Возможно, я желтых банок у нас и так достаточно. У меня такое ощущение, что я в прошлый раз помер. А нет, вроде не помер. Ну ты ладно. Ты помирал каждый раз, когда мы играли, поэтому твои ощущения тебя не оправдывают. Не оправдывают? Не обманывают. Ну, видимо, и не оправдывают, да. Так. Что это у нас здесь? 98%. Модуль продуктивности. Угу. Где эти модули? Вот они. Раз уж они есть, вставлю их. Раз уж есть, то пусть едят. Угу. Так, железная дорога. Неужели железной дороги внезапно стало мало? Сейчас посмотрим. Этому как бы хватает, но вот он хочет еще. Они просто наедаются. Эти зеленые штуки, как лонгольеры. Едят, о, едят. Вспомнил. Таких ребят. Интересно, здесь можно землю засыпать? У нас есть вообще такая технология по засыпке земли? Да. Отсыпка территории. Есть. Так. Вот, пожалуйста. Хоба. Да. О. Та-дам! Та-дам! Дайте мне еще. Еще земли. Мне нужно 1000 бетона. Это ты там такое разделение напополам сделал. Исследовательский, да. Космический пакет. Ты ракетную шахту построишь? Да. Это хорошо. Так, нет. Спасибо. Железных дорог у нас хватает. Этих, похоже, тоже. Всяких там. Они, в принципе, нам конструкции тут малой плотности не хватает на желтые банки. Да желтых банок там много, там их было больше, чем фиолетовых. Ну да, фиолетовых. Ну да. Сейчас я фиолетовых удвоил, считай, в 2 раза, ну, на 2/3. Угу. На 66%. Я понял. Так, где у нас сталь? Вот у нас сталь. Че, она сразу же с патронами? Ужас, Андрей, ты хулиган, ты знаешь? Что? Да не, ладно, тут вторая сталь есть. Вот ей воспользуемся. У меня тут все по красоте. Все, кто недовольный, могут отправиться в печку на переплавку. Андрей, злодей. Так. Бетон есть. Сталь подготовил. Процессоры подготовил. Так, электродвигатели. Где у нас электродвигатели? Для конструкции малой плотности не хватает меди. В этом секрет. Потому что меди много уходит на проволоку. Mm-hmm. Которая идет, куда-то путешествует и уходит в бесконечный поток. В бесконечность. Ну и не сказать, чтобы там оно запиралась. Оно вот сколько туда уходит, столько туда и тратится. То есть... Угу.
Тик в тик. Тик в тик. Если только меди больше пытаться наварить. О! А вот это у нас хватает, да? А для меди нужны... Да, отлично. Шестереночки. Значит, у нас есть трубы, у нас есть электродвигатели, у нас есть бетон. Осталось процессоры 200 штук, которых у нас 70, и плюс то, что я откладываю. И 1000 стали. Ну, в принципе, тысячи. Все упирается в процессоры и сталь. 1000 стали. Угу. Такие... Так, фигли, ты вот стоишь? Хочу и стою. Да тут вот просто... А, красные банки. Ну да, они, в принципе, битком забиты. Так что ладно. Тут с ними все хорошо. А что у тебя там? Да я просто проверял. Эй, ты это самое. Просто так. Проверяю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 1000, да? Считай, да. Считай, ты умеешь, это правильно. Оу, да. Oh, yeah. Главное ведь что в нашем деле? Ну-ка, где это что? Там ракетная шахта? Ух, красиво выглядит, да? Большая. Большая. Да. Так. Мне 28, нужно... блин. Я тут до скончания веков сталь буду собирать. Так ты не собирай, что ты тут пытаешься сделать, я не понимаю. Тут в других местах у меня сталь есть. Где? Слева где-то. Отлично, Андрей. Где там у тебя слева сталь? Пойдем поищем. Пойдем. Вон, смотри. Где? Куда смотреть? Вон. Раз, а, уже в это самое. Смотри, раз сталь, о. Два сталь. Смотри, ну, раз она такой плотности, то я ее прям конфискую всю. Так. Аж батарейки тут есть. Тут прям все. Все, что надо. Каркас дрона, просто битком каркасы дрона. Нужны тебе дроны? Дроны? Конечно. Мы могли бы улучшить, но мы можем ачивку получить. Прохождение игры без дронов. Смотри, даже в фиолетовых банах стало больше, чем желтых накапливаться. Воу, круто. Так, я уже накопил 400 стали. И 3%. Пойду схожу за процессорами. 3%? Что 3%? 3%. Да, 3%. Как я вижу, за 12 минут. Ну что, сколько это того? Это, считай, 6% за этот самый. От кого там? Процессоры вообще медленно стали производиться, потому что до них не доходят зеленые схемы. Ну так мы слишком много поглотили, понимаешь? Надо, чтобы восстановился порядок. А кто поглотил зеленые схемы? Ну, кто? Кто? Может быть ты, может быть я, может быть... Я не трогал железо там, медь, вот это вот все, оно же связано. Связано воедино. Скованное одной цепью. Вот тут вот у нас камень добывался, и вот он умирает просто. Больше нет камня. Сколько там осталось? Это плохо. 3000 камня. Ну, правда, тут есть какой-то ящик, который вот я сделал, чтобы он выкладывал. Там вот он битком забит ящик камнем. Зачем? Почему? Наверное, кто-то просто собрал. Мы вот не думаем о пришельцах... Они каких пришельцев? Ну, всяких животных. Они же живут. Они же пускай живут. Они нас не трогают, мы их не трогаем. Все в том-то и проблема, что они нас трогают. Когда они последний раз нас трогали? В прошлый раз, когда ты умер. Все, я сталь уже даже не знаю. Что? Где еще собирать. Мне нужно еще 275 стали. Что это за логика потребителя? Собирать? Ты создавай. Я вот хожу и ничего не делаю. Но я хожу и ничего не делаю. Ну ты вообще. Я готовлюсь, не знаю к чему, к тому, чтобы железные шестеренки делать. Немножечко конвейеров.
Так, это уже лишнее. Ты процессоры решил улучшить модулями продуктивности, да? Ну, они просто были рядом. Понял. Сколько у меня этих электрических буров? Ну, вроде есть. Пойду посмотрю. Тут рядом. Рядом. Оп. Блин, машина. Оп. Машина? Да машина, она всегда едет не туда, куда я ожидаю. Не ругайся на машину. Забавно. Так. Как будто бы меди идет хорошо. Угу. И... Что тут прям? Значит, хорошо. Что идет хорошо? Но надо больше. Надо больше меди, он сказал. Так. Призрак. Какую кнопку воспользоваться, чтобы заполнить весь? Нет, явно не правую. Чё ты так вот не заполняешься-то? Так. Да, нужен быстрый конвейер. Блин, шестеренки. Ну пускай делает шестеренки, ладно. Хотя бы так. Может быть, тогда тут станет поинтереснее. Может быть. Так, а где тут у меня разделец? А, надо хотя бы до сюда довести. Так, почему тут темно? Мой источник света. Что с ним? Его тут нет. Понял. Классика. 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 Хотите квасика? Классика. Та-ра-та-та-та. Вот так вот. Что Факториус с людьми делает? Что? Что делает? Что? С ума сводит. О, да. Сейчас мы тут поставим. Подходим. Учение свет, а не учение тьма. А теперь я вот за тьму. Вот. Ты за тьму? Да. Но это же не наш метод. Мне вполне подходит этот метод. Так, увеличил количество красных микросхем, надеюсь. Это за чей счет ты их увеличил? Ну, неважно. Поэтому я и сказал, что надеюсь. Опа. Так. Тут тратится, да? Вот сюда и как бы и заполним. Вот, теперь я начинаю чувствовать, что медь немножко проседает, да? Mm-hmm. И можно тут добавить добавки. Добавки! Да, добавочки. Так, как у нас здесь? Добавочки. Так, но на самом деле красные микросхемы мне не нужно улучшать, мне нужно зеленые улучшать. Так, больше руды. Ну, чтобы улучшать зеленые, мне нужно, не знаю что. Что тебе нужно, чтобы улучшать зеленые? На заводике автоматизации более крутые. Медь тебе нужна. Все придет. Да не, они нормально, они вполне себе нормально. А, нет, пизжу, ненормально. Прошу прощения за мой французский, что-то не сдержался. Вот так вот. Да, мне нужна медь, ты прав. Я этим и занимаюсь, это моя первоочередная приоритет. Угу, и вижу. Результаты будут когда-нибудь.
Обязательно. Обязательно. Ладно, я тогда потырю сталь где-нибудь. Сталь. Как-то буду неожиданным фактором потребления. Неожиданным фактором потребления? Да. В правильной системе это ожидаемый фактор потребления. Так, станет ли больше, или бы тут наоборот меди станет не хватать? Как-то вроде медь идет, но как-то неаккуратно. Хочется больше. Хочется большего. Нужно больше золота, да? Немножко меди тут просто. Оп, сюда вот так вот. На самом деле фигово сделал. Зачем ты сделал фигово? Потому что уже такой был план. Вот теперь как будто бы гениально. Гениально просто. Если как будто бы гениально, то это хорошо. Так, ну что у нас с медью? 830, неплохо. Ну-ка, так, давай-ка медь я вижу, прямо не хватает. Но это еще... Со сталью, в смысле? Этого не доехало. 876. Так, где мои электрические буры? Буры возмездия. У нас завис исследовательский пакет на 6%. У нас каких-то банок не хватает. 7%, чё? А, нормально, точно. Это полностью меняет все, да? Да. Так, что у нас по вот этой меди? Где-то вот многовато, где-то маловато. В чем проблема? Где-то многовато, где-то маловато. Ага, потому что эти штуки ленятся. Ленивые штуки. Да, но так значит. Вот это тоже ленится. Произвела 100 и сидит на них. Не выкладывает. Так, ну эти вроде производят. Ну то... Может, решил тоже... я произвести пакетный манипулятор один и офигел. Он не столько всякого на это самое. Зеленых микросхем, красных микросхем, да, шестеренок. Да. Вот пакетный манипулятор — это дорогое удовольствие. Там добро пожаловать в мой мир. Добро пожаловать в ад. Блин, ну вот вроде бы слева я сделал дофига меди, теперь там забился просто рудокопное жило это. Но все еще что-то не хватает. Не хватает печек. Ладно. Сделаю еще 4 печечки. Этого должно прямо-таки удовлетворить кого угодно. Оп. Наверняка профессиональные фактористы, они смотрят на это, вот то, что мы делаем. Они глаза. Я думаю, что профессиональные фактористы, они устали уже от факторио и не смотрят нас. Не, профессиональные фактористы, они не могут устать от факторио, они же поэтому профессиональные. Ну ладно. Но другое дело, что у них глаза кровоточат при взгляде на наше творчество. Ну что поделать. Да. Что поделать? Зато у меня есть фонарики, которые делают мир светлее. Так вот тюк и наступил рассвет. Тут сразу раз. Милота. Делаем мир светлее. Так, ну и тут надо уже деление ставить, иначе. Ну как деление? Вот такое вот хитрое объединение в две стороны, чтобы быстрее шло. И получится ли мне? Вроде даже получается, чтобы у меня сплошняком шло. Сплошняком шла медушка. Медушка. Так, правда, вот тут
наблюдаю, что немножко не хватает. А мне ничего нет. А, ну у меня есть соседние струят, скажем так. Назовем ее струей. Струя железа. На эту струю я смогу построить несколько. Несколько. Электрических буров. Yeah. Я сказал несколько электрических буров. Значит, мне нужно еще чуть больше. Так, тут-то вроде битком забивается, и на этом можно и остановиться. А вот сюда... Так, ты кто нужен... такой? А, ты пакетный фильтрующий манипулятор. А я-то думаю, что у нас так все грустно? Ты что-то пытаешься там сделать дикое? Нет, я пытаюсь разобраться, почему у нас зеленые манипуляторы таким странным этим самым идут. Чем они идут? Куда они идут? Ну, с такими расстояниями странными. Так, меди я сделал побольше, mm-hmm. ну хотя бы до проволоки, ну проволока тут забилась, поэтому сложно сказать, насколько это эффективно. По факту проволока ограничена железом, но тут есть, хотя нет, и проволока тоже ограничена. Надо, нужно три медных кабеля. Тут, конечно, тоже можно оставлять вот этих фильтрующих, пакетных. Это ты тут строил? Что это такое? Не хватает ингредиентов, поставил там. Ну да, это действительно ты. Что ты, о чем? Да я видел тут какие-то, знаешь, останково там, не знаю, новшества такие, все зеленое, все в долларах обвешанное. Начальник ушел, как говорится, все сняли, ободрали обои. Да-да-да. Завод ЗИЛ. И все, работает и работает. Так, какие у нас? 8%. Чего не хватает? Всего хватает. Ну, желтых банок нет. Ну, как бы желтые банки идут, но какие-то унылые. Конструкции малой плотности. Это ты их там хавал? Нет, конструкции малой плотности я не хавал. Я хавал только сталь. Так, а откуда конструкции малой плотности идут? Вот они откуда-то. Так конструкции малой плотности по-любому сути есть сталь. Ну да. Без нее ничего. А, вот они. Вот они там, вот тут вот они. Сейчас придем, посмотрим поближе. Я еще собираюсь натырить. Ну, кстати, для конструкции малой плотности особо не страдали от того, что я отожрал у них сталь. И меди потому не что я отжирал только ту, которая в излишках. Ну да. И то я даже не у конструкции малой плотности отжирал, а у этих самых дронов, каркасов. Угу. Но они, вот видишь, я сейчас отжираю, но здесь столько стали, что пфф, вообще. Они меди хотят. Меди им не хватает. Дай-ка я впихну понятно. Немножечко меди. У меня тут, оказывается, несколько таких запасов есть. Пусть как будто бы покупится. Сталь я набрал. Больше стали мне не нужно. Теперь только процессоры остались. Скорость плюс 20%. Время создания 20 секунд. Тюнк, и поехала. Поехала одна, единственная конструкция. Мне еще 11 процессоров осталось. Сейчас посмотрим, есть ли там у тебя, как всегда, хвостик.
Ну да, там прям столько этих процессоров неиспользуемых для желтых банок. Это ты тут опять зеленых там наставил. Я говорю, меди мало, он такой, надо побольше. Чего? Куда ты там смотришь? Я одну поставил всего, и все. Два сборочных автомата зеленых. Чего? Ну, один и второй. Второй после того, как ты ушел последний раз оттуда. Зато у нас полностью дорожка заполняется. Все по чесноку. Да вон один даже стоит, без ничего не делает. Видишь, пока второй наполняет, он такой... Экономия энергии. Это не экономия энергии, он работает, тратит всю энергию. Ладно, скажи мне, куда поставим эту самую? Эту самую? Ракету? Ты уже ракету... Да. Ну, да. Вон хорошее место вот сверху, вот правее тебя вот. Жахай сюда вот. Бабах! Блок управления ракеты, конструкция ракетное топливо. Можем рыбки туда напихать. Что-то ты не запитал. Потому что столбы кончились, Андрей. Автозапуск с грузом. Так, ракетное топливо у нас где-нибудь производится? С чего бы это? Такой смешной. Да, а что тебе не нравится? Ну что, там одно не произвести, что ли? Ну. Одно нужно или сколько его там нужно? 10. На одну деталь ракеты. Но это постоянно туда поток нужен. Понимаешь? Зачем? Сюда нужно подключать поток. Из блоков управления ракеты, конструкции малой плотности и ракетного топлива. А, и получается одна деталь ракеты. Да. И начнется заполняться проценты по созданию ракеты. Ну, ты какой-то... Я? Какой я? Что не так? А зачем нам черные банки тогда? Черные? В смысле, белые? Ну, белые. Это то, что ракета будет нам возвращать. По идее. А зачем их нам изучать? Нам же надо просто запустить ракету, и все, и мы выиграли. Потому что она даст спутники, с помощью которые мы погрузим в ракету. Понял? То есть без белых банок спутников не будет. Позволяет отправить спутники в космос и получать от них научные данные, используемые для производства. Вот научные данные — это космический исследовательский пакет. А давай просто ракету с рыбой запустим. Давай. Но чтобы ее запустить, нужно сначала наделать кучу деталей. Ну так можно же просто отменить трату банок на вот это все. Ладно, нам все равно нужен белый исследовательский пакет. Ты уверен? Да. Нет. Понимаешь, 2000 всех этих баночек, это тебе... Уже не 2000, уже 1800. Да, 1800. Ну что, за 20 минут 10% мы прокачали, да? Угу. Что тут у нас? Тут все хорошо. Каркаса нам дома. Нужны конструкции малой плотности и ракетное топливо. Ракетное топливо, наверное, где-то здесь должно производиться, в этих краях, где нефть, все такое, мазут. Дай-ка я гляну, что оно стоит. Оно стоит твердого топлива и дизельного топлива. А твердое топливо у нас нигде не производится. Не уверен. Я уверен, что мало меди. Твердое топливо делается может делаться из дизельного топлива, из попутного нефтяного газа и из мазута. Вот три варианта производства. Нас делается кто-то грызет, в химзаводах. Ты в курсе? Нет, не в курсе. Причем где-то Но рядом. Это даже не грызут. Это так. Ну причем даже у нас буквально под боком. Стенку поцеловали, скажем так. Хм.
Дай-ка мне вот ускорителей. Чтобы ускорить жизнь. Ускорители. Ты все поймешь. Угу. Как-то ты не пройдешь. Ты все поймешь. Вот вроде бы хватателей, можно тут что-то сделать с ними. Зачем? Надо ли это делать? Вот в чем вопрос. Так как обычно ни железов, ни шестереночки. Давай шестеренки сюда. Впитываем. Впитываем. Так, твердое топливо я настроил производство. Правда, я не смотрел, на что это повлияет, но... Ну ладно. Просто там присосался где-то к трубе. Да, да, именно так. Понятненько. Так, туннель. Туннель вроде пытается делаться, но... Что за туннель? Да у меня тут туннель есть. В лучший мир. Оп. Оу. Так, мне нужен еще один туннель. А что у нас? Ракетное топливо делается... А, в сборочном автомате. А я думал, в химзаводе. Ошибка новичка. Интересно. Да. Вот такой вот я новичок. Так. Так. Ускорил еще сильнее, чтобы прямо она шпарила. Великий меди-ускоритель. Медиум-ускоритель. Так, тут идет разделение. Не знаю, насколько оно... Насколько оно мощное, поэтому ускорю его. Хотя бы до вот этих двух. А я тут великий мастер кустарных производств. Это прям у нас степень. Угу. Факторианской степени по кустарничеству. Факторианская? Это самое божество макаронное. Я не знаю про насчет макаронного божества, но факторианская у нас тут прямо такие от души. Ну ладно. Так, все, я настроил производство ракетного топлива. Медленно, но верно. Пускай, короче, пока производится. Это спасибо, это ты молодец. Так. Медь. Медь я ускоряю. Она вроде как... Тут уже бедочком заполнилась. И тут еще сплошняком идет. Станет ли от этого лучше? Да! Что-то неубедительно ты как-то крикнул. Почему? Я старался. Так, медь. Блок управления ракеты требует модуля скорости. О, а кстати, между прочим, медь-то у нас забилась, или это потому, что я там сотню вложил в каждую из этих фабрик, поэтому они... Я думаю, да. Или им просто света не хватает? Цвета белого. 40-40-40-40. Да, тут как бы забилось, потому что забилось. Угу. Вот лучше бы ты зеленые поставил сюда, вот на самом-то деле, сборочные автоматы. Чего? Сюда? Ну ладно. Мне что, сложно, что ли? У тебя их прям с собой прям миллион. Я вот сейчас сделаю парочку заводов и такой, мучительно. Я знаю, что мучительно. Мне тоже мучительно. Прям охренеть, как мучительно. А я просто... Пошел тырить красные схемы с зелеными.
и модуль скорости, там такой тюнинг, и он еще, нет бы там все три сразу сделать, он только один. Да-да-да. Только один, все, хватит себя. Ну а что, нету где-то моделей скорости? Нету. Вообще нету. Да. Но делаются они, ну, почти несложно. Можно их рядом с процессорами поставить. Просто процессорам нужны зеленые и красные схемы, и модулям скорости нужны зеленые и красные схемы. Почему у нас... Ну, хотя ладно. В смысле, печки не хватает? Где печки? Ты печки, что ли, взял? Чего? У нас было миллион печек. Камни кончились. Камни. На печки не хватает камней. Все пропало. У нас... У нас камней нет, понимаешь? Понимаешь. Пытаюсь это самое найти, как ресурсы посмотреть. Из-за нашей красной территории ничего нет. Вот слева от железной руды есть 4,8 камня. Я вижу миллиончик слева возле, скажем так, угля и нефти. Вижу. Ну, он ты... даже ближе. А, кстати, а у нас камень-то есть, добывается 1,7 даже. 1,7 миллионов, да. Да, так что его только подключить надо к сети к нашей, и все. Поеду туда, посмотрю, как там. Как там жизнь. Жиза. Жизнь задавлена. Так. Куда-то я приехал. Стоять. Я приехал немножко не туда, ну ладно. Тут тоже медь, тоже красиво все. Вот оно когда. Да. Камень. Камень. Ножницы. Ну, камень, ножницы, бумага. Именно. Но почему? Потому. Где эта мега-штука, которая решает все проблемы? Какая? Динамит. А, так вон, я вижу ее отсюда. Ну, я видел, где-то она там строилась, но мне нужна взрывчатка. Она... А, синяя взрывчатка или что? Да, синяя взрывчатка. Ну да, тут только красная. А красная где? Красная здесь, вода. А, ну это в химическом заводе, поэтому я ее так... Так просто я ее не наварю. Ладно. У нас варится красная взрывчатка. В сундуке 1500 лежит. Я знаю. Кто и думаешь, по-твоему, варил-то? Ну, точно не я. Ну, так вот. Так оно все и работает. Сам сварил, сам испек, сам и кушай. Вот я сам испек, сам и кушать буду. Молодец. Дайте мне еще одну, чтоб красиво было. Ведьма! Да. Нужно больше золота. Вопрос, нам нужен камень или нам нужны каменные блоки? Для чего? Для печей? Для... Да, для каменный печей. Блок. Так я и думал. Тан-т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 ан. Сделаю дырочку. Вот-вот здесь вот.
Так, мне нужно 130 железа. Мне нужно, чтобы труба не мешалась. Ну как это, сломай ее. Шучу, не надо ломать ее. Потом мы останемся, наверное, без энергии, да? Да. Ибо эта труба с соляной кислотой, да, серной. Угу. И ведет она к ядерному реактору. Да. Ясно. Колупани потихонечку. О, прям процессоры-то могут со всей скоростью производиться. Со всей, со всей? Ну, у них тут прям уже это самое. Как бы так выразиться. Ну, не грубо выражайся, пожалуйста. Угу. В общем, все схемы заполнены полностью у процессоров. То есть я могу либо процессоры, ой, это самое, ускорить на производство их, либо сделать следующую фишку. Поставить сюда производство скоростных модулей. Я тут думаю, почему у меня тогда конвейеры не ставились. А это моя старая добрая проблема. Когда кнопка решает не нажиматься. Она уходит в отпуск. Кнопка в отпуске. Да. Ну, нормально, нормально. Нормально. Так, а вот тут как раз камушек. Сейчас я его... кнопка. Давай, что... кнопка. Кнопка. Нет, ты сказал кнопка. Итак, поедут камушки прямо-таки сюда. Да, желтых банок, конечно, нехватка. Ну, это потому что... Mm-hmm. Ну, по идее, это для фиолетовых не хватало камня. Да, фиолетовые вообще почти весь конвейер забили. Ну, сейчас они просядут серьезно. А что ты особо не расслабляйся. Но, с другой стороны, может быть, когда придет камень... А вот желтые банки, желтыми банками в футбол играют. Футбол так бывает. Нам говорили, что поставьте фильтрующие манипуляторы, чтобы они там делали все правильно. Чтобы да? Не перекладывали излево направо. Это тебе в комментах писали. Да, но я не особо понял, что это произойдет. Просто перекачка тогда произойдет в нижнюю сторону. Да. Ну, а надо же, чтобы и верхней было, поэтому... Пускай играют в футбол. Кому не хватает, тот и получит, понимаешь? Кто успел, тот и горячая картошка. Вот, ну да, он так или иначе по чуть-чуть-то изучает. Так что считай, как этот, как многопроцессорная, да? Не, если изучение идет, или как оно же идет само по себе? Идет, оно банку отсасывает. Из банки. Из банки отсасывает. Чуть-чуть, да. Ну ладно, здесь я вроде как закончил. Надо теперь притырить немножко стали. Сказал я немножко и затырил весь конвейер. Так, ну тут вот вроде есть, тут все. Процессоры. Как ты говоришь, процессоры? Конструкции... Малой плотности? Конструкции малой плотности потихонечку на... А, закончился тот вот... Много-много меди, хотя нет, не совсем закончилось, там все еще хватает. Или нет, или она просто на себя нахавал. Ну, вроде бы справляется даже, видишь, медь даже есть, как будто бы... Как будто бы вот, просто ограничены четырьмя заводами. Ну да. Модули скорости. В эти штуки можно 4 модуля скорости воткнуть. Можно. А можно вообще производить модули скорости. Чем я и хочу сейчас заняться. Тебя послушать, так все надо производить.
А как же заветы кустарничества? Какого кустарничества? Ну, делай сам, если можно сделать по-другому. Ну, такие прям заветы-заветы. Так, где еще можно зеленые заводы сделать? Для чего? Что ты имеешь в виду? Да везде. Нет, для всего. Для того, что критически важно. Все критически важно. Вот процессоры, да? Пойду посмотрим, да. Где процессоры делаются. Возле ну, тебя. Ну, там можно, в принципе. У меня есть три заводика, я сейчас их поставлю. Как-то у меня есть три заводика, и я не побоюсь ими воспользоваться, да? Да. А ты тут еще пытаешься присосаться вот опять. Оп-оп-оп. Модуль я скорости. Я не пытаюсь присосаться, я тут модули скорости делаю вообще-то. Ну так видишь, чем... Тебе кажется, что вот их много, но если бы они там забились где-нибудь, было бы все хорошо. Что? То где-нибудь в другом месте освободились бы мощности, и в другом месте пошло бы эффективнее. Оно же такое вот. Улучшенные микросхемы. Чего тебе? Сколько тебе нужно? 20 зеленых микросхем. Блин, походу вот где у тебя были зеленые хваталки? Ты их делал? Ну там. Пошли, покажу. Вот сюда надо их. Потому что на процессор нужно 20 электросхем зеленых. И если бы он хватал руками, ему было бы хорошо. Но ты там их притащишь. Я пока да. тут... Только чтобы их мне притащить, мне нужно на их замену что-то сделать. Да беленький поставь. Ну, в смысле беленький. Синенький. Не, желтенький. Не. Желтенький, да. Все цвета радуги собираем. Да. Всех их соберем. Покемон. Покемон. Нет, это не реклама. Черт. Есть люди, которые не смотрели покемонов, да? Ну да. Люди 2000-х годов рождения, получается. Такой, думаю, как сделать модули скорости. Тем временем Денис рядом тут создал свое кустарное производство. Я просто взял себе. Так. Вот теперь процессоры будут идти с сумасшедшей скоростью. Надо только чуть-чуть подождать, пока он насытится. Только нет, меня не мой голод не насытить. Я хочу поглощать. Если бы пакетный манипулятор получит ноги, то мы как бы создали чудовище. Монстр, который уничтожит нас всех. У тебя есть еще один зеленый? Есть. Поставь его сюда вот. Пожалуйста. Нет, 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 нет. Хочешь, чтобы это сделать? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Где у нас так, модули продуктивности? Андрей. Продуктивность, вот. Действительно. Это же продуктивность? Да. Еще и шпал. Для производства модулей скорости использованы модули скорости. Да, это мое изобретение. Так, и сюда вложим. Так-то надо всего лишь раз и сделал. Угу.
и поставил обратно. Блин, ты подорвал все мои планы. Ну да ладно. Поверь, это меньшее, что я сделал, о чем ты знаешь. Вот тебе. Отдай. Не отдам. Мне тоже надо. Ну так видишь. Ладно, вот, отдаю. Видишь, как все плохо. Я просто хочу нечто получше сделать, чем то, что ты сделал. Понимаешь, это нечто чем получше, оно и так поглощает все, что тут есть. Ты видишь, уже красные микросхемы кончились и не идут. Зеленые еще как бы теоретически приходят. А вот красных нет. Надо идти, как говорится, выше по течению и ждать, пока кто-то там поплывет. Где у нас? Пластмассовый брусок. В смысле пластмассовый брусок? Пластик кончился. Да? Настолько кончился, что даже у меня из ящика тут начинается выкладываться. Он, блин, а чё так кончился-то? А, наверное, заводы забились. Я чувствую. Или нет? Чё им не хватает? Три завода. Попутный нефтяной газ. Мало газа. Ноль. Ноль. Куда весь газ ушел? Сырая нефть. Вот я вижу, что сырой нефти тупо нет. Не хватает жидкости. Ну все. Можно, конечно, вырубить производство топлива ракетного. А, вот куда оно ушло. Понятно. Ну я ограничил тридцаткой, но тридцатка это как бы... Ну, такое себе. Ну это тридцатка. Это когда это еще тридцатка наберется. Тут сырая нефть просто до твоей тридцатки не доходит, понимаешь? Да. Да. Я думаю, проблема в том, что наше нефтехранилище, там сырая доходная нефть уже как бы иссекла. Иссекла, да. Вполне возможно. Либо тут нужно какие-то турбины ставить. Что-то проблема. Какие турбины? Ты имеешь в виду эти, типа помп? Угу. Либо... Ладно, Андрюха, давай закругляться. Да, давай закругляться. Так, мы построили с тобой ракету, исследовали 27% космического пакета. Я бы не назвал это, что мы построили ракету. Мы максимум там площадочку подставили, ну, такие. Да. Вот сюда ставим, таскаем инструменты и такие. Есть, барин, такие, пошли мешки с зерном таскать. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Моригана. Ссылки в описании. Пишите комментарии. Да, чтобы мы знали, что вы нас любите, или что вы нас ненавидите, или что вам плевать на нас, тоже можете это написать. Андрей, зачем ты так? Я не знаю, я немножко депрессивный. Не расстраивайся, все будет хорошо. Ракета улетит, да. 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 Когда-нибудь она улетит. Ну ладно, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем пока.